Смотри, какой вариант нашел за 52 тысячи евро в Германии. Смотри. Просто пушечка, пацаны. 52 тысячи. Знаете, сколько она пробежала? Она, короче, пробежала вообще ерунду. 15 тысяч она пробежала. 22 года, прикинь. На таком литье. Просто на разрывном. Просто на разрывном литье. Какой у нее салончик. Кожа там. Перфорированная, не перфорированная. По херу вообще какая. Она стоит 50 тысяч, прикинь. Смотри. Сочненький аппарат. Но нет у тебя денег, всегда есть выход. Можно взять вариантик за 10 тысяч евро. Смотри. Уп, уп. Сак. Хорошенький. Ну, дамажь чуть-чуть, давай посмотрим вот этот вот вариант. Просто чуть-чуть так с кармана достал и дамазал слегонца. Смотри. А ну. 17 тысяч евро. Просто семерочку. Либо за десятку эту шкарлупу, либо за 17 вот этот вариант. Понятно же, очевиден выбор. 52 тысячи, ребята. У меня она будет стоить 53 500. Здесь она стоит 52 890, у меня 53 500. Ну а что вы хотели? Ну а что вы хотели? Надо двигаться, всех обнял. Переходим в телегу.